Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер и Лара спецназовна Крофт. И мы продолжаем наше путешествие через лагерь маньяков к лагерю обыкновенному. Заброшенный нефтезавод, спасибо. Какого черта? Что я вообще здесь делаю? Как будто я что-то Тринити остановить. Нет, ларец не у меня. И он, боже, если с ним что-то случится... На вас срок от сценариста лежит. Зараза. Ты лучше бы рану обработала, тебе в плечо попали. Артиллерийской пулью. Артиллерийским патроном, извиняюсь. Пулей. Ладно, давай смотри, что там у тебя. 3 очка новеньких есть. Увеличение длительности эффекта озарения. Вещь полезная, но в нашем случае сейчас пока бесполезная. А вот что мне сейчас надо. Снадобье выносливости уменьшает урон от ближних и дальних атак. Вот это мне сейчас очень надо. А, у меня... А, это 2 что ли было очка? Ну, хорошо. Так, здесь все по 2. Ладно, пока не дергаем все остальное. Так. Так, во-первых, давай-ка твой классический костюм вот этот оденем. Классический для этой игры, ребят. Да, я рад, что ее одевают снова вот эти вот Крофт Фитнес и так далее, но это все-таки не то. Давайте признаем. А, и телепорт недоступен. Красота, тут документ будет меня ждать целую вечность. Это знаете, как с Бабой Ёжкой у нас было в предыдущей части? Ну, тут другой есть. Здесь перечислены операции, в которых наемник участвовал на службе у Тринити. Мексика, Кения, Сибирь? Угу. Я мог бы и ту, что помладше, прихлопнуть, но Рурк сказал ее не трогать. Это он, сволочь, застрелил Анну. В общем, ребят, тогда Анна погибла. Кто помнит, ее застрелили издалека. А нас не стали трогать. Ну, понимали, что мы продолжим искать поиски, и за нами лучше бы побегать. Ну, логично, конечно. Слушайте, мы сейчас найдем, видимо, того, кто в Сибири Анну прибил. В Китишграде, если кто не помнит. Пересмотрите, вам понравится. Привет, Лара. Кто это? Подозреваю, что ты прослушивала мои сообщения с самой Мексики. Рурк. Командир Рурк. Ты не командир мне. Ты меня уже послушала, а теперь я слушаю тебя. Еще один предвестник. Каково это? Знать, что ты виновата во всех бедствиях, во всех страданиях. Я знаю, что сделала. Твое лицо, когда Домингес сказал тебе... Но ведь тебе был нужен кинжал, правда? Похлопаем парню. Как я и сказал. Подслушивают. И тут он... Решил, наконец, он будто ждал, когда я это скажу. Заброшенный нефтезавод. Здрасте. Когда я вижу белое пламя, я ищу Торгулича. Тут есть Торгулич? Слушайте, слишком красиво дойти за фотку. Вот так вот. Так, тут, кстати, поблизости больше ничего нету. Ой, быстро проходим-то. Вроде ничего нет, быстро идем, все спокойно. Ну, если вдруг что-то есть, нам, наверное, скажут об этом, если будет какой-то документ. Первый аванпост. Крофт движется к вашей зоне. Найди ее. Крофт проскользнула мимо отряда на пляже. Это не должно повториться. Нам лучше все обыскать. Есть что-то интересное в новой поставке?
Дамы и господа, тепловизор. Я впереди. Так, это плохо. Нужна грязь. Я что-то вижу. Где? Так, противники экипированы тепловизором, лучше видеть в темноте. Черт! Ошибка! Какой-то зверь. Будем зажигать свет или как? Будешь приставать, я вообще его не включу. И почему такая спешка? Рурк сказал, Крофт идет сюда. Черт подери! Ладно, сейчас все сделаю. Крофт идет сюда. Вот так. Мы ее найдем. Надеюсь, кто-нибудь что-то видит. Этого бы я мог бы убрать бы. Посмотрим, как она справится. Думаешь, Рурк не зря нас пугает? Конечно, нет. Он не стал бы менять приказы, если бы не было причины. Да, лучше перестраховаться. Она уже убила столько наших людей. Не в этот раз. Не в этот раз. Так. Р, Б. Только... Эй, пойду гляну, что это было. Принесем потери. Убийца это с рук не сойдет. Надо все здесь осмотреть. Берегитесь! Стойте! Ждите приказов! Ко мне! Противник обнаружен! Отлично, иди сюда! Отлично, иди сюда! Кто? А ну иди сюда! А ну иди сюда! Нравится, когда бьют, а? Вот так. Я и в режиме берсерка могу побыть, если никто не возражает. Я знаю, что никто из вас не возражает. Так что давайте-ка здесь осмотримся. У меня нет столько места. У тебя все есть, не пизди мне. Нереально. Больше я не унесу. Реально? О. Давай вот сверху пройдем. Нет? Забавно было бы, если бы они слышали вот эти шаги сверху, они думали: а, это просто ягуар. Не страшно. Главное, что это не Крофт. Это было бы реально забавно. О. Масло. Забираю. Кстати, дайте сразу сделать сохранение. Сколько у нас там, кстати, уже идет? 67%. Так быстро продвигаемся, здорово. Черт подери, возьмите тепловизор и найдите ее. Да не помогают ваши тепловизоры. Привет, Ральф. Привет, Сэм. Привет, Сэм. Ты кого-то видишь? Тогда бы я уже выстрелил. Да, это верно. Никого не обнаружено. Хватит тут пиздеть.
Давай, иди сюда, давай. Зато лишний опыт получили. Да, заходи сбоку, заходи к ней, заходите в диво все дыры. Привет, Ральф. Привет, Сэм. Ты кого-то видишь? Тогда бы я уже выстрелил. Я разыщу ее и прикончу. Они, кстати, не могут видеть формально в тепловизорах. Пойти танцевать рук да около. Давай, Крофт, покажись. Ты точно этого хочешь? Это опасно для тебя. Что-то парни у реки давно не выходили на связь. А если враг прячется? Если ее укрытие хоть немного пропускает тепло, я ее увижу. Ну, удачи. Эти не идут? Мы ее остановим. Должны. Рурк жаждет крови. Далась она ему. Давай, Крофт, покажись. Я был бы рад, но не могу. Клянись дальше, что ты от меня хочешь? Чёртова Лара Крофт, надо ее остановить. Не бойся, остановим. Да? Полагаешься на оборудование? Нет, я полагаюсь на Рурка. Как будто без нее в этих жутких руинах было недостаточно страшно. Я раньше ходил с отцом на охоту в такую погоду. Правда, вместо руин были страшные деревья. Но есть что-нибудь? Неважно, как хорошо добыча умеет прятаться. Рано или поздно кто угодно ошибется. Небольшой промах, и все будет кончено. Мы ее остановим. Должны. Куда он делся? Что-то тут явно происходит. Никто тут не делся. Разойдитесь шире, но оставайтесь в зоне видимости. Понял, командир. У нас потеря! Понял. Нашли. Ведение огня разрешается. Надо узнать, что происходит. Разомкнутый строй ромбом. Понял. Ты пойдешь впереди. Я пойду за тобой. Заметили. Почему она не может притаскивать трупы, как Хитман? Было бы удобно. Ясно. Я с тобой, командир. Держитесь ближе. Подайте знак, если что-то найдете. Они следят друг за другом. Мне это не нравится. Я могу чисто их обойти, но тут может быть какой-нибудь документик. Разомкнутый строй ромбом. Она явно где-то рядом. Держитесь в паре ярдов друг от друга. Приступаю к поискам, понял. Может там? Ты пойдешь впереди, оружие наготове. Проводим поиск. Давай. Отлично! Давай, иди сюда. Давай, не жалей сил в последнем бою. Давай.
Давайте, давайте, мальчики, девочки, давайте. Давай, 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 есть. Так. Давай, 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 вот, 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 вот. Да. Мы берсерк ходячий. Давай, 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 давай. Не похоже. Покончим с этим. Чё-то тебе не помогают твои эти приспособления. А ларчик просто открывался. Я хотел по-тихому. У меня нет столько места. Да, есть все у тебя, не хочешь просто и все, так скажи. Это все обобрано. Этого я вылутал. Так, давай испачкаемся немножко, то грязь, наверное, уже старая стала. Это было... Ну, это было слишком бы хорошо. Это бы их напугало бы, конечно, я не спорю. Но это было бы лишним явно. Так. Ну, нам туда, это ясное дело. Но пока что давайте-ка изучим местечко. У меня нет столько места. В общем, Лара Берсерков у нас сегодня. Как бы не повториться с названием бы. Нет места. Ничего не могу взять. Ой. А, дайте, кстати, сделаю сохранение. Всегда, в любой непонятной ситуации, делайте сохранение. Жалко, что в реальной жизни так делать нельзя. О! Это землетрясение! Я рядом с нефтезаводом, тут все взрывается! Иона, нет! Уходи с канала! Что? Они нас прослушивают! Понял. Я тебя найду! Как-нибудь. Нефтезавод. А, стоп! А куда это я побежал? Минуточку, может, здесь что-то есть ценное. Может, документик валяется, а я не в курсах. Нет, все чисто. Так. О. А, это бабуин. Что это у нас за местечко? Это рецепт галлюциногена. Применялся на войне. Это не мой змеевик, конечно, но сгодится. Должно помочь. Если намазать им стрелы, получится эффективное оружие. Дайте угадаю, надо сейчас проверять. По тотально массово, да? Облик ягуара, новый навык. А тут есть, не знаю, палаточка. Домик.
пугающие стрелы заставляют людей бояться. Да, у меня только этот. К счастью, я могу сделать их очень много. Только 4, да? О, здрасте. А вы что у нас такое? Наверное, это мама Сара. Мне всегда казалось, что поклонение ей — некая веселая традиция. Она была богиней зерна у инков. Ее имя означает «мать Маиса». Mm-hmm. Если вдруг обнаруживался странный побег Маиса, из этого растения делали куклу в честь богини. Она также была богиней Ив, и поэтому жители деревень часто вешали кукол из Маиса на Ивы и танцевали вокруг них. Mm-hmm. Что до меня, то пусть Тринити сгниет в этих джунглях. А император Пайтити, даже он не понимает, что это за шкатулка. А я понимаю. И знаю, что она не должна попасть в руки к постороннему человеку. Это привело бы к катастрофе. Только самые безгрешные из нас должны распоряжаться силой Серебряного Ларца. Вот почему я должен ее спрятать. Ну, он вор, поэтому он уже грешен, значит, ему нельзя его использовать. Но он прав. Я не могу. Пантеон, кстати, собрали. Он абсолютно прав. Следующим в очереди на испытание дьяконов. Кое-что выстрелил во врага, пугающий стрелов, взрывая его присутствие. Прорваться мимо всех нас невозможно. Нужна помощь. Господи! Иди наверх. По-тихому все сделали, красиво. Давай спускаемся. Мне понравилось. Я ненавижу такое оружие, но мне понравилось. Забавно очень. Где подкрепление? Кто видит этих подкреплений? Кто-нибудь посветите мне. Базовый лагерь плохо меня слышит. Вот он заработает, и мы усилим твой сигнал. У нее нет шансов. Черт, он далеко. Ладно. Ну и как мне их соединить? Просто подтяни наверх, перекрути головой. А там целый отряд. Так, надеюсь, этот не найдет. Не заметит труп. Ленивый мудак. Теперь мне одному всем заниматься. Да, ленивый медак. Давай, иди сюда поближе. Стреляйте во все, что шевельнется. Делаем это вместе. Может быть, там. А может быть, здесь? А может быть, тут?
Оружие наготове. Ни хрена! У вас есть что? Они, надеюсь, меня отсюда не увидят? Давай пострелять там во всех. Подайте знак, если что-то найдете. Мне нравится эта штука. Они все там вдалеке, я не заберусь. О, есть один идет. Ну а теперь давай спускаемся. Допустим, я могу это сделать. А что ты мне сделал? Разрешаю ведение отряда без предупреждения. За мной! Глядите в оба! Их тут слишком много. Пытаюсь понять, где он. Вроде бы надо мной. Не расходитесь далеко. Найдите ее. Сейчас. Давай, давай. Он сейчас помрет, все будет нормально. Подождите, мне куда надо по сюжету? А, я почти правильно направление иду. Так, стоп. Нереально. Больше я не умею. Мне как бы туда, но давайте. Так, давайте я сейчас обследую каждый труп. И тут все равно много. Я тут все повырубаю. Тут наверняка полно плюшек. Разной степени. Могу взять. Да ладно. Все ты можешь, просто не хочешь. О. Это типа можно было вот вообще по тотальному стелсу пройти. А, ладно, больно. Там реально был какой-то подъем. Я, кажется, догадываюсь, как можно было. Ты серьезно, так долго лазать будешь? Жизни не поверю. У
меня нет столько места. А вот на защиту у нас место есть. Давай собирать. Взрывчаточка, канистры, все это тоже у нас есть, давай собирать потихонечку. А, это канистра. Я сейчас пока местность изучаю, на предмет наличия вообще всяких вкусняшек. Мало ли, что упустил, может, какое-то письмецо. Все же может быть. Надо быть повнимательнее в таких местах. Когда не знаешь, что где валяется. Вот, видите, к примеру, жучок. Ничего не могу взять. Что, уже теперь точно ничего не можешь взять? Даже обидно. Так, давай вот это вырубаем тоже. Она и так в грязи. Ну, хотя, может быть, она где-то помыться могла по дороге. Ну, негоже перед врагами каждый раз грязненько прибегать. Неудобно как-то, наверное. Стоп. Ну, ладно, вроде ничего не нашел. Ну, иначе бы выделилось бы. Ну да, иначе повылилось бы. О, здрасте. Кстати, почему древние вот эти вот маньяки виндиговские? Иона, ответь, пожалуйста. Он не ответит, Крофт. Угу. Что? Он мертв. Можешь смело добавить своего дружка Иону к списку людей, которых ты погубила. Ну да, так и поверили. Да пошел ты, Рурк. Если хочешь забрать труп, он на нефтезаводе. Спасибо. Я иду за тобой. Только там нету никакого трупа, Крофт. Вот серьезно. Сказано же, не выходить на связь. А ты сейчас сама начинаешь выходить на связь. О, здрасте. Шлем. Этот шлем украшен павлиньими перьями. И похоже изображением ягуара. Ягуара? Не сказал. А, хотя тут зубки есть. Может, за зубок? Зубчатый ягуар. О. Что упустил? О. Что тогда упустил? А, везде во всех остальных все собрал. Ой, как хорошо. Я доволен. А вот это я реально упустил бы, не заметил бы. Затерянный мир. Домингес запретил нам общаться с местными. Он не хотел, чтобы мы их развращали. Правильно. К счастью, один из жрецов полюбил бурбон. И за пинту он одалживал мне свой костюм с маской и всем прочим. Прогулка по нижнему городу — это словно путешествие на 500 лет в прошлое. Если он уже развращен, это уже не развращение. Мне тут дадут еще костерчик какой-нибудь, чтобы не лезть обратно. И вот заметьте, опять ни одного врага нету. Сейчас пойдем здесь, значит, пойдет какой-то взрыв. Добрый день. Наблюдаю цель. Черт. Огонь. Болбаны! Давай! Есть! Так, давай, есть! Красиво. Не поспоришь.
Давай. То есть тут на скорость. Ну, в принципе, да, тут все взрывается. Но все равно красиво. Ладно, будем чисто на бум бежать. Давай. О, здрасте. Спокойно. Бок. Давай. В сторону. Сторону двигай задницей. Давай. Что случилось, я не понял, но спасибо, это очень интересно. Так, давай, по имени богини Икчель, двигайся. Давай. Есть. Мне даже фоткать ничего не хочется, времени нету. Если будет хороший кадр, я заторможу, естественно, вы меня знаете. Ракета! Так, хороший кадр пошел. Вот это мне нравится. Мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех... Как идет цунами, нет. Это первое из множества бедствий. Твоя вина! Надо идти! Только я могу! Только ты можешь, но! Идеальный кадр! Еще лучше! Правильно, бойся ее! Я в ее теле, я Вескер Альберт. Лара Т-1000. О, идеальное название. Ага, давай. Слишком много кадров, спасибо. Покойник. Так, ты... Это Рурк. Меня вызвали в Кан. Уинтрес, Крофт на тебе. Струсил! Вызвали его! Вызвали его. Все мы... Всех нас вызывают в Канны. Карловы Вары. Такой на Лара. У нее сейчас режим берсерка включен. Мы полностью защищены. База, говорит кардинал 2. Подкрепление на месте. Не собираюсь даже, но спасибо, что предложил. Ты очень добрый. Ничего не кончилось. Но мой голос, последнее, что ты услышишь. Ты проиграла, я победил. Ладно, молодец, хороший счет, но счет 15-1. Можешь взять конфетку, ну, в его пользу.
ебаться. База, говорит кардинал 2. Подкрепление на месте. Господи боже, мы должны ее остановить. Повреждения. Меняю позицию. Взять ее! Взять ее! Давай. Сейчас! Кардинал 2! Еще один такой удар мы не вынесем. Выходи! Не собираюсь даже, но спасибо, что предложил. Не бесите Вескера Альберта в теле Лары Крофт. Что можно сказать? Поздравляю, ты стала причиной глобального потепления и уничтожения южноамериканских джунглей одновременно. Можешь похлопать себе. Привет. Мы мертвы, это призрак. Мы уже проходим другую игру с призраком. Так что успокойся, Лара. Все окончено. Можешь не искать сундучок. Чисто не гуляй сегодня и пугай кого-нибудь. Гуаров. Эй. Ты чего? Да, ничего. Тут прибило, видишь, сколько людей. А ты живой. Она расстроилась, что все зря. Я все только порчу. Да нет. Эй, это не так. Вот именно. Все получится. Да. Вставай. Давай. Дальше? Без всякого Лара Крофт. Да я понятия не имею. Вот именно. Мы сбились с пути. А подсказка? Сердце змея... Что там? Сердце змея в чаше. Рядом с каменными ликами. И какая чаша имеется в виду? Кубок, что ли? Знаешь, у Майи не было кубков. А вот у верующих идиотов был. Стоп. Да, молодец, услышала. Это не моя. Конечно. Подсказку оставил миссионер 17 века Андрес Лопес и Изуит. Да, Змея в кубке — это же символ святого Иоанна. Нужна христианская святыня. Как церковь святого Хуана? Mm-hmm. Но сколько таких церквей? Их десятки. Но одна должна быть поблизости. Но не в окрестностях. Пойдем. Дорога там. Выберемся, поговорим с людьми. С какими? Она тут все сожгла. Это точно. А что делала? Вот сжигала заводы под нефтепереработки. Ровно 45 минут на эпизод ушел с тотальным уничтожением всего живого. Что ж, давайте пока на этом на сегодня закончим. На такой прекрасной взрывной ноте. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, Discord, ВК, Дейнард, ссылочки все найдете в описании, ребят. Ну и, конечно же, если вдруг вы новичок и попали именно на этот эпизод, ссылка на плейлист тоже будет в описании, обязательно пересмотрите и пересмотрите другие наши Лара Крофт, все ссылки на все плейлиста также в описании. Наслаждаемся, веселимся и отдыхаем с вами. Ну а с вами был Альберт Вескер, Umbrella Touching. До скорых встреч, всем пока, удачи. Увидимся.